заслуживают большего. Потому что порой правда недостаточно хороша. Он был рыцарем свергающих доспехов. Порой люди заслуживают того, чтобы их вера вознаграждалась. На тебя начнется охота. Доброго времени так, друзья, а также с новым 2020 годом и Рождеством! С вами, как всегда, Арталаски, и это 7-й выпуск по созданию игры за $500. Точнее, уже не за 500. Я тут подумал, а что если увеличить бюджет так, чтобы все офигели? И увеличил его в 10 раз. Думаю, многие из вас догадываются, что большую часть этой суммы съел костюм для motion capture. И как же он прекрасен. Это просто великолепный инструмент как для геймдева, так и для фильммейкинга. Хотите сделать уникальные и красивые анимации быстро? Легко. Хотите записать целые кат-сцены или вообще снять собственный CGI-фильм? Теперь это в разы проще и быстрее. А еще я теперь могу косплеить Звездные войны. На самом деле я действительно ощущаю себя героем какой-то компьютерной игры. Чем-то даже напоминает Crysis. У меня костюм в облипку и провода по всему телу, датчики и даже свой собственный кабель для подключения. Так что теперь игра обзаведется кучей классных и интересных кат-сцен, одну из которых я покажу чуть-чуть позже. А создавать эти кат-сцены прямо в игре мне очень сильно помогает Acid Dialog System от Pixel Crushers. Раньше я думал, что он просто добавляет возможность ведения диалогов в игру, и поначалу даже не стал оставлять его в этом проекте. И этот Acid, помимо крайне удобного интуитивного редактора диалогов, имеет мощный функционал для создания секвенций. Работа с камерами, анимациями, игровой логикой и аудиозаписями. Здесь есть встроенные возможности для локализации и та же система квестов и сохранений. У меня просто ощущение, что я купил какой-то новый движок, кроме Unity. Это очень круто. Многим стало интересно, почему я вдруг решил шутер от первого лица сделать шутером от третьего лица. И не испортит ли это геймплей? Насчет геймплея можете вообще не переживать. Не испортит. Скорее даже наоборот. Теперь мы можем взаимодействовать с укрытиями и проходить игру по стелсу, что лично для меня очень важно. К тому же управлять транспортом удобнее от третьего лица, ведь далеко не все игроки любители автосимов. Ах, я не говорил, да, здесь все-таки будет транспорт. Но не в пользу свободного мира, а в пользу разнообразия геймплея в некоторых миссиях. Единственным поводом против были неигровые моменты, когда нам нужно было бы искать предметы в комнате и взаимодействовать с различными терминалами. Но эту проблему теперь легко можно решить с помощью системы диалогов и приближениями камеры, ну а также кат-сцен. Получится даже эффектнее и профессиональнее. Вспомните тот же Ведьмак. Он от третьего лица, но за счет кат-сцены и диалогов выглядит гораздо более многогранным и интересным. А теперь давайте расскажу вам про новый бомбовский курс по геймдизайну от школы XYZ, на который приглашены Денис Куандыков, дизайнер уровней Void Interactive, Елена Кондрашина, работала в Aspic Lodge над More 2. Илья Иванов, Environment Artist CD Projekt Red, принимает участие в разработке Cyberpunk 2077. Сергей Морозов, мапмейкер сообщества CSGO. Курс посвящен именно геймдизайну. Ты сделаешь свою большую локацию, сам сможешь в нее поиграть, сам сразишься с противниками, которых настроишь. А главное, получишь фидбэки от практикующих дизайнеров уровней. Главное запомни, левел дизайн происходит не в программах, а в твоей голове. Курс стартует 15 апреля 2020 года, но уже сейчас ты можешь присоединиться. До 31 января на курс действует скидка 30%. А по промокоду Арталаски еще 10% скидки. Начни свой путь разработки функционального и эмоционального геймплея. Присоединяйся к курсу по левел дизайну.
Ах, да, я тут решил немного повеселиться и добавил в игру себя, но не в качестве главного героя, а в качестве NPC, который будет помогать игроку на протяжении всей игры и, по сути, даже является его хорошим знакомым. А вот личность главного героя пока не установлена. У меня есть несколько интересных людей на эту роль, но я еще пробую разные варианты, а пока что все диалоги, по сути, озвучиваю самостоятельно, ну, чтобы хоть как-то структура уже выстраивалась. Оно уже здесь. Я чую. Нет, нет. Я ее не позволю. Хватит. Эй, все в порядке? Нет, не подходи. Тихо, тихо. Убери пушку. Вы не заберете меня. Нет. Вам мало? Мало Олега, да? Олега, ты знаешь что-то? Я ищу его. Ты не найдешь его. Никто не найдет. Что с ним? Он еще жив? Нет. 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 Его поглотила тьма. Она здесь. Рядом. Я вижу ее. Этот голос. Они зовут меня. Нет! Хватит! Замолчите! Я больше не могу. Твою же мать! Надо валить. Кстати, добавить себя в игру можно с помощью всего лишь одного селфи. И Asset Avatar Maker, конечно же. И, кстати, от отечественного разработчика. Я был сильно поражен, когда попробовал, но сразу скажу, что использовать только его в создании модели для игры не получится. А в AAA Pipeline вполне возможно. Дело в том, что Asset не создает карту нормалей, либо я просто что-то сделал не так. Но ее можно сделать самому в сторонних программах и даже через онлайн-сайт. Но опять же, это будет не совсем то. Ну и конечно, не лишним будет подредактировать текстуру. Но опять же, для более простых графических стилей этот Asset подает просто идеально. Портретное сходство есть и очень хорошее. Модель делается за секунды, и здесь даже есть встроенный захват лица по вебке. А фото можно сделать прямо со смартфона, стоя у окна. В прошлом выпуске я рассказывал про свой принцип создания уровня для этой игры. Точнее, это пайплайн, которого я придерживаюсь. Однако в прошлом видео я совсем не показал ничего про триггеры, которые являются важной частью геймплея. Как я и говорил, большая часть игры сейчас находится в состоянии драфта. Кубические уровни, аниматики в катсценах, все это сейчас создает костяк будущей игры. И чтобы не было совсем уж скучно, к следующему выпуску я постараюсь закончить этот уровень со всеми катсценами и моделями, чтобы вы уже более четко представляли визуальную и геймплейную часть будущей игры. Также совсем скоро я соберу все используемые ассеты в одну статью и выложу либо себе на сайт, либо в ВК. А еще заходите в наш Дискорд игроделов. Там обычно довольно весело. Можно показать свою игру, найти людей в команду, просто пообщаться с единомышленниками. Ну а с вами, как всегда, был Артеласки. Подписывайтесь, ставьте лайк и с новым вас 2020 годом!